Здравствуйте, друзья! На календаре 7 октября, мы с вами находимся в Минске. И все вместе это говорит о том, что сегодня первый день масштабных покерных турниров с демократичными боинами VBET Russian Poker Tour. Ну что, пойдемте посмотрим внутри, что же там происходит. Друзья, у меня для вас потрясающие новости. Поскольку все турниры VBET Russian Poker Tour проходят на территории казино «Опера», призовых выплат более не удерживается 13% подоходный налог. Это Айвар из Москвы, и он проспал сателлиты. А почему, он нам сейчас расскажет. Ну, я катал полночи в кэш. И тусил с друзьями. А где тусил? Тусил. Слушай, я не могу запомнить места, потому что я в Минске первый раз. Забицкая? Нет, не Забицкая. А расскажи, ты приехал на РПТ в какой раз? Первый? Да. С друзьями приехал? Да. Сорвались просто вот так вот и поехали? Ну, как всегда, мы люди мобильные. Да. Просто прилетели, просто мы думали, чем заняться, и сели в самолет в Минск. Очень крутая атмосфера, и, в принципе, прям можно поиграть, и люди, на самом деле, доброжелательные, и дилеры особенно. От дилера вообще нифига зависит, понимаете? Бывают дилеры, которые, типа, что-то мычат, еще что-то, тут они что-то говорят, что-то угорают. Вот. Поэтому приезжайте катать, публика хорошая. Турниры, в принципе, по структуре стали глубокие, мне ребята рассказали, поэтому тоже покатаем. Поэтому вперед с песней, Минск, катать. Главное событие состоит из нескольких стейджей. Стейдж 1 и стейдж 2 по низким боинам. То есть за $86 можно всего лишь принять участие, чтобы отобраться на основную часть, стоимость которой главное событие 990 условных единиц. Игроки, попавшие в 25% от общего входа в стейдж 1, переходят в стейдж 2. В стейдж 2 боин составляет $292. Также игроки, прошедшие в обязательном порядке, начинают играть Stage 2. К ним присоединяются игроки, желающие попасть в турнир за 292 условные единицы. И, соответственно, там также по завершении окончания поздней регистрации мы выкупим призовые. И 25% от входа участников Stage 2 переходит в основную часть главного события с боином 990 условных единиц. Игрок, прошедший Stage 2, может выбрать на свое усмотрение зайти в Stage 3А или в 3Б. Вот. Всего будет два таких стейджа с глубокой структурой и предусмотрен турбо-день с коротким уровнем блайндов, вот. Но с одинаковым стартовым стеком. То есть игроки, которые переходят из стейдж 1 в стейдж 2, получают новый стартовый стек на момент начала турнира. Соответственно, игроки, пришедшие из стейдж 2 в основную часть главного события, в стейдж 3А или 3Б, тоже получают стартовый стек 30 тысяч фишек и продолжают борьбу за победу в главном событии. Соответственно, самый замечательный, красивый кубок будет разыгран именно в главном событии серии Russian Poker. Встречаются хорошие такие игроки, чувствуется прям страшно против них играть. Но есть, ну и заметно, что некоторые тоже, как я, любитель. Но в целом? В целом хорошо, да, баланс соблюден. Стол у нас, ну, может посмеяться, хорошо, все приятное. Мы рады приветствовать всех на серии Russian Poker Tour в Минске, в великолепном казино «Опера». Ну и венцом серии Russian Poker Tour в казино «Опера». Венцом как венец, я подумала про венцом. Ну, как говорится, кто на что учился, так тому и надо. Расскажите же нам, какие развлечения ждут игроков на серии? Ну, во-первых, самое популярное, самое веселое, интересное развлечение – это традиционная РПТ-вечеринка, которая пройдет в одном из ночных клубов города Минска. По-моему, это Ричкет, если меня не подводит память. Сыграем в футбол на Sony PlayStation. А караоке петь будем? И, конечно же, обязательно будет караоке-вечеринка, фирменная РПТ-караоке-вечеринка. Игрок или участник серии Russian Poker Tour, победивший в ней, получит помимо кубка еще и возможность сыграть в одном из турниров серии Russian Poker Tour абсолютно бесплатно. Russian Poker Tour проходит в самом шикарном казино Минска, казино «Опера». И здесь, на минуточку, играют самые дорогие кэш-игры в СНГ. Леша, хорошо, если ты не играешь, что ты тут делаешь? Я?
Курю кальян, наслаждаюсь жизнью. Пытаюсь угадать число от 1 до 36. Понятно, понятно. Пока на бои не получилось насобирать. Но все впереди. Какое число? Скажи мне, это 1 до 36. 35 долларов. Здесь очень классная атмосфера, очень много приехало людей. Игра увлекательная, больше всего любителей. Нету никаких скучных игр, постоянно веселые раздачи, есть экшен, драйв. Приезжайте сюда, здесь очень круто. Друзья, приветствуем вас на серии РПТ в Минске. Напоминаем, что у нас обязательно организовываются кэш-игры. Блайнды от 1-2 до бесконечности. Я в числах как бы не очень. Также напоминаем, что каждый день в 3 часа ночи мы разыгрываем 400 долларов. Друзья, приглашаем вас на серию РПТ Минск казино опера с 7 по 17 октября. Ждем вас в гости. Приехало очень много игроков с абсолютно разных уголков России, Белоруссии, а также из других стран есть гости. Здесь не скучно. Мы ждем еще гостей. Будем рады видеть всех здесь. У нас круто. Ну что ж, друзья, впереди еще 10 дней покера. Гости съезжаются со всего СНГ. Нас ждет крутая вечеринка, в Минске шикарная погода. Вот я вам и рассказала главные причины, по которым вам стоит немедленно оставить все свои дела и приезжать к нам на Russian Poker Tour, играть в покер, развлекаться, получать удовольствие от жизни. Ждем вас!